Всем привет, друзья! Ну что, котик наш уже подрос, и переходим мы к следующему этапу приучения нашего кота ходить на унитаз. Следующим этапом у нас есть перемещение нашего лоточка непосредственно уже в сам унитаз. Мы его вставляем. Когда это нужно начинать делать? Это нужно начинать делать, когда кот ваш уже ходит на лоточек всегда и без осечек, когда он уверенно уже знает, куда ему нужно идти. Сегодня я вот переместил где-то месяца полтора, наверное, он ходил у нас на лоток, дал кот две осечки в самом начале, написал мимо, как только мы принесли его на первой неделе, был натыкан мордой в свои сцепления и стал четко ходить в лоточек. Все, приступаем к следующему шагу. Смотрите, как я уже говорил, по диаметру выбираем ему сразу лоточек, чтобы он к нему привык. Не знаю, сейчас я подумаю, может, я что-то подстелю ему, еще сюда не подстелю, а примощу, чтобы как бы сделать помостик небольшой, чтобы ему легче было залазить. И сейчас я ему показываю, куда он должен ходить, чтобы он начал понимать, где теперь ему искать свой песочек. Вот так. Он должен знать, что он теперь находится уже не здесь, где был, а чуть-чуть выше. Следующим этапом у нас будет, мы будем снимать опять же по этому видео, мы уже будем приучать его ходить без вот этой вот насыпи, грану. Вырежем дырочку в лоточке и будет наш котик ходить туда. Пока нам нужно время, чтобы он привык запрыгивать до автоматизма наверх на унитаз, и что теперь его лоточек будет находиться здесь. Ну, в принципе, это у нас называется второй шаг приучению котика ходить на унитаз. Я вам напоминаю, у нас была кошечка 2, и они ходили на унитаз. Для меня как бы не было сложным приучить к этому. Теперь будем вот этого вот испанского кота точно так же приучать к этим хождением на унитаз. И еще раз напоминаю, ни в коем случае не приучайте кота сливать за собой унитаз. Будет спускать много воды. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч, до следующего шага. Всем пока.